Уважаемые товарищи, значит, ну я просто пройдусь по своду правил и в ходе этого обзора расскажу, где он соприкасается с иностранными нормами. И в конце я расскажу, что мы собираемся, предполагаем делать при его небольшом изменении. Значит, свод правил разрабатывался с 10 по 19 год. Разрабатывался очень шумно и бурно, в общем, в противодействии части производственников, а именно производителей теплоизоляционных материалов. Вот, и поэтому там допущены некоторые, погрешности. Вот. Но в то же время документ получился вполне добросовестный, хороший. И вот сравниваю с зарубежными документами такого уровня. Надо отметить, что он намного лучше. Это сейчас является лучшим документом в мире, нормативным. Вот я про него и расскажу. Значит, если мы рассмотрим территорию России, и если мы используем обычное определение суровые климатические условия, суровым климатическим условием считается условие -10 градусов, когда январская температура -10 градусов. И мы увидим, что таких стран всего 4. Это Россия, вот январские накатывания, -10, -15, -20, -25 и так далее. Это Россия, это Казахстан, это Монголия, и это Китай, где вот эти территории закрашены в этот цвет с суровым климатическим условием. Вот на эти страны, в общем-то, в основном надо обращать внимание при нормировании тепловой защиты зданий. Потому что если условия не суровые, то там вступают другие несколько законы природные, и надо уже обращать внимание на защиту от перегрева тоже. А в суровых климатических условиях основная проблема это является, в общем-то, все-таки тепловая защита. Вот. Значит, в Европе, в общем-то, суровых климатических условий нет, как вы видите, вот на самом деле здесь она идет. И вот плотность населения Швеции, где все живут вот здесь вот. И вот плотность населения Финляндии, где все живут вот здесь. Здесь условия не суровые, они, в общем-то, холодные, можно сказать, но у суровых там это плотность населения. Значит, когда я со шведами говорил, почему тут у вас никто не живет, они говорят, в таких условиях жить невозможно. Это говорил в агентстве по энергосбережению. Невозможно. А вот что вот представитель Якутии тут находится, и что уж она говорит про нашу Якутию, например, то есть там им и не снится. Поэтому перенимать опыт у западноевропейцев, это, конечно, хорошо, но надо с большой оглядкой, и поэтому мне странно даже слышать конкурентоспособность строительства. Строится на нашей территории, а какой конкурентоспособности может идти речь? Строительство должно согласовано быть с природой, с возможностями строительства и с Значит, у нас в России, значит, вот здесь эти зоны, и вот плотность населения. Мы видим, что здесь точно вот в тех местах, где вообще жить нельзя, плотность населения присутствует. И основная масса населения живет в европейской части, при неверовской температуре -10, -15, -20, и вот здесь очень суровые климатические условия. Значит, основным документом нормативным в России по энергосбережению является вот этот документ тепловая защита зданий, свод правил, о котором мы и говорим. И по сути это единственный документ, носящий обязательный характер. И если, поскольку он обязательный, то требования должны быть, в общем-то, минимальными. Это если уж там не обязательный, то там можно что-то завышать. А обязательным требования должны быть минимальными и проверенными. Так сказать, опытом строительства в наших условиях. Исходя из этого, значит, документ актуализирован был, мы старались не менять сильно то, что было. Сильно мы не меняли. Тем не менее, порядок определенный навели. Содержание этого СНИПа, вот этого СП, значит, я буду касаться пункта 5, тепловая защита здания раздела, и пункта 10, требует расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. Значит, кроме этого, СП содержит обязательные приложения, красным выделено, которое обязательное приложение, а остальные все мы рекомендуем или справочники.
Значит, обязательное приложение на расчет удельных характеристик расходов тепловой энергии на отопление она вошла в список обязательных, здесь не подлежащих обязательным требованиям. Расчет приведения сопротивления передачи воды на теплозащитные оболочки здания. Расчет удельных теплозащитных сопротивления. И рекомендуемые приложения есть. И часть справочных приложений. Ну, я в той или иной мере буду касаться того или другого. Значит, требования теплозащиты и энергосбережения. Значит, требования структурированы таким образом, что их три вида. Требования к сопротивлению теплопередачи отдельных ограждающих конструкций, требования к удельным теплопотерям через оболочку здания и требования к удельному потреблению энергии на отопление и вентиляцию здания. Значит, вот они тут выписаны. Значит, элементные требования, требования к удельным ограждающим конструкциям. Комплексные требования это ко всей теплозащитной оболочке здания, требования к потреблению энергии. Подробно про них говорю. Значит, требуем значения сопротивления теплопередачи. Сохранилось из предыдущего СНИПа 2003 года, где даются, значит, вот сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций в зависимости от градуса сутки отопительных комплексов. Вот. Откуда они взялись? В книжке Матросова очень невнятно это написано. Откуда они взялись? Значит, недавно я случайно узнал, не знаю, насколько это верно, что это придумал Дмитрий Моисеевич Лаковский. Фасадчики его знают, софизик первый раз слышит это имя. Это проектировщик, который вот много работал по фасадам, и мне сказал Тишенко, он ему дал задание, и он дал вот это, нарисовал вот эту зависимость приведения сопротивления от градуса сутки отопительного периода. Я говорю, степень обоснованности этой величины. О какой конкурентоспособности может идти речь, когда вот таким образом назначается важнейший показатель. Вот. Тем не менее, мы его сохранили с предыдущего СНИПа 2003 года. И из предыдущего СНИПа мы сохранили такой подход, что эти значения можно уменьшать на коэффициент МЭ 0,63. Это в предыдущем СНИПе было. И мы, значит, сохранили этот подход. За счет этого была масса критики, значит, на наш адрес, что мы уменьшаем на 37%. И так далее. Выяснилось, что отдельные авторы СНИПа, не знали, что такая запись есть в втором СНИПе. Я принес с собой старый СНИП. Если кто не помнит, что он там был, могу показать. Вот. То есть это не мы придумали эту ММ, она была, мы ее просто повторили. Вот. На мой взгляд, вот эти статьи надо понять. Ее ввели в 2003 году. В 2003 году выяснилось, что выполнить в полном объеме вот эти значения не представляется возможным. Стройиндустрия не может их обеспечить. Сопротивление передачи не может обеспечить, поэтому был введен этот коэффициент. Введен, по всей видимости, Матросовым. Вот. Хочу сказать, значит, сравнение с иностранными нормами. Это ДИН. Отсюда таблицу взял. Карбатинную требовательность. Вот наружная стена Аусенбанда. Пожалуйста, 1,2. У нас, значит, 3,13 для Москвы. Понижающий коэффициент 0,63 даст нам 1,98. А в Германии 1,2 это минимальный требователь. Вот. Там есть, кроме этого, еще очень сложная система одна. По указаниям действовать, ферроорганам. Можно по ферроорганам действовать. Но любая земля имеет вправе сделать вот по ДИНу, и по ДИНу минимальное значение 1,2. СНИП тоже дает минимальное значение. Пожалуйста, выпускайте на местах какие-то повышения. Москва, например, взяла и выпустила 3,5. Ну, кто просит? Вот. Но СП, СНИП, он должен содержать минимальные требования. Очень обоснованные. Вот. Поэтому мы, значит, вот сохранили то, что было. Дальше, значит, сравнение с китайскими нормами. Китай это там суровые климатические условия есть. Я хочу сказать, 4 страны суровые климатические. Так как Казахстан и Монголия, они просто повторяют наши СНИПы. А Китай не повторяет. У него свои требования. В Китае нормируется коэффициент теплопередачи. И вот там как выглядят нормативные таблицы, это оригинал. Ну вот эта вот вторая строка, это наружная стена. И со
высотой свыше 9 этажей, там, значит, коэффициент 0,50, значит, сопротивление теплопередачи 2, 2 единицы. Вот это вот то, что они строят. А там 95% домов свыше 9 этажей. Вот, вот на русском языке. Значит, здесь этажность здания, и вот коэффициент теплопередачи для самых суровых условий. Вот. Значит, для стен 0,50, для покрытия там, 4 единицы, ну и так далее. Значит, у них интересно, значит, сопротивление теплопередачи окон, тепло идет. Вот 2,5, 2,2, 2, 1,8. Значит, единицу делить на 2,5, это будет 0,4. Вот у них, значит, при остекленности меньше 0,2. Значит, у них получается 0,4 сопротивление теплопередачи. А при коэффициенте остекленности от 0,4 до 0,45, то коэффициент 1,8, единицу делить на 1,8, сколько получается? Это, ну, чуть больше, чем 0,5. Это вот требования для сурового климатического условия. Значит, здесь надо отметить такой вот рисунок. Значит, это получено по формуле, которая в уравнении Фурье следует, которая входит в учебный курс строительной теплофизики в ВУЗе. Это значит, что зависимость теплопотери от сопротивления теплопередачи. По оси ординат теплопотери через квадратный метр конструкции, по оси абсцисс примерно сопротивление теплопередачи. Это через квадратный метр теплопотери. И если у нас, что оно означает? Если у нас начальное сопротивление теплопередачи было 0,5 метр квадратный за абсцисс на ватт, 0,5, и мы увеличили на 0,5, то теплопотери у нас резко сокращаются вот на такую величину, что идет нам в прибыль. Вот. Если же мы от единицы увеличим на 0,5, то теплопотери сокращаются на более скромную величину. Это до полутора увеличим. Если мы еще раз на пол единицы увеличим, то еще более скромная величина будет и так далее. Если же мы имеем нормируемые 3 единицы и увеличим еще на единицу, то тут прибыль мы практически не получаем. Никакой прибыли от этого не будет. Но зато будет огромный убыток от того, что мы, значит, вынуждены сделать конструкцию с таким огромным сопротивлением теплопередачи. Значит, это вот простейший рисунок, для которого знаний, собственно, не нужно. Это гипербола, которую в школе средней изучается. Здесь знаний не нужно. Тем не менее, вот, так сказать, доказательство того, что невыгодно абсолютно увеличивать сопротивление теплопередачи, слишком сильно, вот это доказательство до многих не доходит. И один из авторов СНИПа, он не воспринял этот рисунок предыдущего. У меня был такой случай. Вот. Значит, ну, дальше, значит, хочу сказать, что вот начальный уровень сопротивления теплопередачи 0,5. Это во Франции такой. Вот французы, начальные старые дома у них были 0,5. И когда они его их утепляют, то они получают огромную прибыль. И поэтому говорят, что да, хорошо. У немцев, кстати, 0,72 нормировался по ДИНам раньше. 0,72, это где-то вот здесь. Когда они утепляют до полутора, то они тоже получают, можете прикинуть, достаточно такой существенный выгоду от этого. Вот. Поэтому, значит, как мы можем на них смотреть? У нас единица была примерно. Ну да, получим прибыль, если мы немножко утеплим. Но надо сравнить, этой прибыли хватит на то, чтобы компенсировать затраты на утепление, или не хватит. Расчет показывает, что чаще всего это не хватает. В некоторых случаях хватит, можно утеплять. А во многих случаях это не надо вообще делать. Но тем не менее вот принято решение, что сопротивление теплопередачи у нас небольшие. Это к тому, что мы выступаем против дальнейшего увеличения сопротивления теплопередачи. Против дальнейшего увеличения. Даже наоборот, выгодно его сбавить. Потому что, ну, например, вот прекрасный материал, вот здесь сидят производители паризованной керамики, она не идет дальше Урала, к сожалению, на восток. Хотя прекрасный материал может идти и расширить, в общем, строительство, ввод, эксплуатацию жилья, а не идет, потому что слишком высокие требования по сопротивлению теплопередачи. Что мы изменили? Мы изменили расчет. Расчет примерно сопротивления теплопередачи проводится вот в такой формуле. Здесь учитывается вот это сопротивление, вот этот коэффициент теплопередачи по глади конструкции У. И плюс добавьте вот эти тепловые потоки через теплопроводные включения, через линейные теплопроводные включения и через точечные теплопроводные включения. Вот.
Вот, значит, это добавочка, это вот это. Значит, таким образом, в нашем расчете учитывается, как циклопотери по главе консенсуса, как и циклопотери через цикловод исключения. Учет это довольно полный. И, значит, я расскажу, что такое плоский элемент. Плоский элемент — это вот стена плоская и циклопотери по стене. Линейный циклопроводный элемент физически не обнаружен. Например, откос отходит. Из откоса будет циклопотери. Она как линейная. Вот Дюбель и Кронштейн относятся к точным циклопроводным включениям. Вот в нашем СП заложен вот такой расчет приведения сопротивления передачи, и этот расчет является обязательным. То есть обязательно считать по этой формуле и обязательно использовать удельные характеристики циклопроводных включений. Ну, как они считаются? По плоскости понятно, как считается. Через линейность пластиническую однородность делаем поток, через точность пластиническую неоднородность определяется путем расчета температурных полей или по специально разработанным таблицам. Значит, хочу сказать, что этот расчет полностью гармонизирован с западноевропейскими и с китайскими нормами. Значит, ну вот, например, вот это вот австрийские нормы. Вот это вот, значит, там просто заложен вот этот расчет. Эти же нормы, они являются ИСО, они и на английском есть. То есть это известная, в общем-то, формула, где там спорить-то и нечего. Вот. Это вот из шведских норм. Из шведских норм. Тоже, значит, вот, аналогичная формула. Все это есть. Значит, вот этот расчет, он гармонизирован полностью с Западной Европой. Благодаря этому мы можем сравнивать, что у нас, что у них. Значит, хочу сказать, что в каждой стране у них там свои национальные нормы. Не надо думать, что в Западной Европе одни единственные нормы на всю Европу. В каждой стране свои нормы. И в некоторых странах они отсутствуют вообще. Ну, например, я недавно с эстонцами контактировал. И я пытался понять, как они считают нагрузку на систему отопления. У них нет норм расчета нагрузки на систему отопления. Я говорю, а как проектировать? По аналогии, то есть, по примерам. Было похожее издание, мы оттуда берем. Вот. Мне это совершенно непонятно, как по аналогии можно, значит, проектировать нагрузку на систему отопления. Вот. Дальше, значит, это шведские, значит. Это китайские нормы. У них для разных, для всех зон у них свои, значит, нормы. Для холодных условий и так далее. Это связано с тем, что они учитывают, когда суровые условия теплозащиты, холодные тоже теплозащиты, но для всех остальных зон они учитывают, им надо нормировать борьбу против перегрева. Поэтому во всех других нормах есть вот этот раздел, мы его даже сложно перевести, но он был перевели как термозащита, борьба с перегревом. Вот. Там, значит, вот нормируется такая величина и вот такой коэффициент. Вот этот К, если вы сравните, они не учитывают точечные теплопроводные включения. Учитывают только линейные теплопроводные включения. Вот. Ну и расчет тепловой нагрузки на систему отопления при помощи такого представления приведенного, вот как приведение, нам же коэффициент нужен, величина обратная. И вот получается нагрузка на систему отопления для ограждения помещения, она считается по такой вот формуле. Вместо К ставьте вот эту величину, вот так поставлю. То есть мы получили возможность в данном случае с таким представлением считать для каждого помещения, значит, теплопотери, для каждого помещения, для зданий в целом, при расчете нагрузки на систему отопления. И учитывать конкретные теплопроводные включения для каждого помещения. Вот. Ну и сравнение методики расчета приведенного специалитета передачи СНИП и СП. СНИП это по-старому, как считали. Там бралось R по глади, вот такая величина, сопротивления передачи, умножалось на коэффициент пластинической однородности, который, вообще-то говоря, брался с потолка. Вот. То есть расчет почти никто не делал. Надо быть большим специалистом, чтобы грамотно считать коэффициент пластинической однородности. Вот. А теперь это считается вот таким вот образом. В СНИПе, в СП прописана процедура расчета вот этих величин, которые сюда входят, удельных потоков теплоты. И эти удельные потоки теплоты, значит, можно считать напрямую, пользуясь методикой СНИП. Или, значит, у нас еще есть другая методика. Пример расчета по температурным полям
я эскизно покажу. Значит, такая конструкция, это перекрытие железобетонной средили, это кирпичная кладка, утепление минваты, слоем минваты, толщиной 15 см, с тонким четвертотным слоем, схематически изображено. Оконный откос, оконный откос. Значит, были рассчитаны температурные поля, по которым просчитывались удельные тепловые потоки. Результаты заносят такую таблицу, которая тоже содержится в СП. Суммарный тепловой поток вот такой, 0,364, и здесь процент тепловых потоков, сколько проходит через какой элемент. Ну, например, через оконный откос, образованный железобетонным ригелем, теряется 4%. Через оконный откос, образованный кирпичной кладкой, 12%. И так далее. Можно проанализировать и принять какие-то меры. Через дюбели с остальным сердечником теряется 2,5% и 8% в сумме. Там примерно 10% через дюбель теряется. Пренебрегать дюбелем нельзя. Влияние дюбелей. 10% это существенно. Дальше, значит. Ну и подставляя сюда вот этот удельный поток весь, суммарный поток, 1,64, мы получим приведенность по теленте передачи 2,75, а по глади 3,82. Разделим 2,75 на 3,82, получилось 0,72 в данном случае. Если бы я учел балконы, если бы я еще учел там двери входные, то мы получили здесь 0,6 и 0,55. Любое другое значение коэффициента специфической отработки. Значит, для практического расчета был разработан СПН, который выпущен и утвержден, но он не является обязательным. Это характеристики теплотехнических неоднородностей. Значит, разработчик этого СПН – это Козлов Владимир Владимирович. И могу сказать, что вот этот комплекс, значит, нормирования такого сопротивления теплопередачи вместе вот с этим СПН, это, в общем-то, крупнейшее достижение нашей вот науки, так сказать, с 1979 года, с того времени, когда в СНИПе, созданном под руководством Федора Васильевича Чуркова, было введено понятие приведенного сопротивления передачи. Вот это крупнейшее достижение, практически причем. Остальное все, в общем-то, пока далеко от практики. А это вот очень важные вещи. Значит, из чего он состоит? Он состоит из вот таких разделов. Значит, ну, здесь, значит, он. Такие обычные разделы, расчет приведения сопротивления, расчет удельных потерь, расчет сопротивления теплопередачи и из приложений. Главным приложением является приложение Е, таблица расчетных значений удельных потерь теплоты через неоднородность ограждающих конструкций. Значит, два вида расчетов позволяют делать ФСП. Расчет приведения сопротивления теплопередачи конкретно ограждающей конструкции. И второй – подбор элементов проектируемой конструкции для достижения целевого сопротивления теплопередачи. То есть задано тебе, что должно быть сопротивление теплопередачи, там 2,5. Вот по этой процедуре, здесь алгоритм есть, можно подобрать элементы, что будет 2,5. И быстро проверить, подходит элемент или нет. Ну а главное, конечно, таблица. Значит, таблицы здесь такие. Здесь вот отмечены теплопроводные включения, гибкие связи, тарелочки ампер, то есть дюбель, кронштейны, швы кладок и так далее. А здесь конструкции, в которых встречаются или не встречаются эти теплопроводные включения. Ну, например, стыки панелей, они только в панелях и есть, да? Сопряжение с перекрытиями и балконами. Плюсик стоит, значит, есть в железобетонных трехслойных панелях, это есть, в кладках это есть, и стоит номер таблицы, где содержится значение. В трехслойных силовых панелях с эффективным утеплителем это тоже есть. Стоит таблица, где находится здесь таблица и так далее. Если номер таблицы указан, значит просчитано. Если только плюсик стоит, то это стоит просчитано. Как вы видите, в панелях трехслойных ничего нет. Это вот политика Москвы. Они нам ни одного заказа не дают. Все заказы идут не пойми куда. И они представить такие данные не могут сюда. Поэтому трехслойные панели проектируются, вообще говоря, с погрешностью. И что там на самом деле, вот в докладе Сергея Ивановича Хорошова вы услышите. Он обследовал эти панели. Значит, ну вот, например, кладка. Значит, кладка из блоков. Также из ключа можно. Здесь дано, значит, теплопроводность блоков, теплопроводность растворов и толщина кладки. Вот,
указать значение ψ, которое можно поставить ту формулу для расчета привязи. Дюбель очень важно вот это расстояние от шляпки гвоздя до конца, кстати, до сложки подушки. Вот. И от этого расстояния, в зависимости от этого расстояния, изменяется величина удельного потока теплоты через дюбель. Значит, если эта величина маленькая, то поток максимален 0,06. Если эта величина большая, то можно даже до 0,201. То есть удельный поток очень маленький, и такой дюбель выгоднее применять, чем вот такой. Поэтому появляется какая-то соревновательность у производителей дюбелей. Какой дюбель применить на стройке? Где меньше теплопотери? Вот. Ну, дальше, значит, пойдет сейчас группа конструкции с перекрытием. Перекрытие мы делаем перфорированным. Это железобетон, а это термовкладыши из теплоизоляционных материалов. Отношение А к Б – это, ну, понятно, отношение длины такого вот, где проходит арматура. Должна быть. Значит, ну вот, например, здесь вообще из перфорации такая конструкция. Стык, значит, для узла примыкания плиты перекрытия к стене. Плита перекрытия и со стеной. Ты даны значения ψ в зависимости от ряда параметров и лямбды, и геометрических параметров такой конструкции. Даны значения ψ, которые можно поставить в форму для расчета приведения сопротивления. Здесь перфорации. Перфорация один к одному. Такой же, в общем-то, такая же конструкция. Здесь, значит, там немножко другая конструкция. Это вот трехслойная конструкция. Блоками с теплоизоляционным материалом и с лицевым кирпичом. Тоже значение ψ, переравниченное значение геометрическое. Вот. Удельный склон потери, удельные потери для угла сопряжения балконной плиты со стеной, она вот выходит для мокрых фасадов. И тоже есть значение ψ, которое можно учитывать. Это вот термошок конструкция, для нее тоже посчитано, здесь я не привел, значит, таблицу саму, но она есть, просто чтобы было понятно. Чертеж, здесь, значит, утеплитель забит, и арматура проходит. Специальная арматура, она держит, разрывает очень теплопроводное включение. Такая конструкция, легкие конструкции, тоже стык, винтов подобные, да. Такие конструкции, углы зданий. Вот это угол, значит, кладка из блоков и лицевой кирпич. Значит, здесь есть выпуклый угол, есть вогнутый угол. Обратите внимание, для вогнутого угла отрицательный, для выпуклого положительный. Но вогнутых углов всегда будет меньше, чем выпуклых зданий. Нельзя делать вот таких углов зданий. Ну, выигрыш такой не получится, но учитывать это можно и, пожалуйста, это тоже, значит, утепление, ну, типа мокрых фасадов. И тоже посчитывается значение для углов. Сопряжение оконного блока со стеной, оно разных сам типов, и их много. Я просто там много. Значит, СНИП, он изданный, продается, и в интернете есть, и мы не скрываем его, даже раздаем. Это, значит, стены к цоколю. Для таких узлов у нас, значит, тоже вот посчитано две таких таблицы. Я хочу обратить внимание, для всех геометрических характеристик у нас есть значения, которые опубликованы, и любой проектировщик может пользоваться просто так, бесплатно, не платя деньги за расчет. Вот. Это вот, значит, карниз, карнизный узел. Совмещенный пробой. Тоже для угла сопряжения с совмещенным пробой покрытием другое решение. Это флюгарка проходит через покрытие. Пучок труб проходит через покрытие. Вот. Всего представлено около 50 видов узлов, для которых сделано около 5000. Ой, около 2500 расчетов температурных полей. Они обработаны, систематизированы, конструкции тоже классифицированы, как вы видите. Вот эту огромную работу проделал Козлов Владимир Владимирович. Вот. Мы должны быть ему благодарны за такую дистаническую. Нигде в мире такого нет. Вот. У нас
Вот в Казахстан мы представили приблизительные значения вот этих удельных плачей, удельных потоков, вот для точечных учений. И для ряда линейных учений мы тоже, значит, в казахстанском СНИПе это есть тоже. Вот. Я приведу для качества пример, что делать за рубежом. Я с ними разговаривал на этот счет, как они обходят с этими вот вещами. Вот пример, значит, немецких норм, это приложение к СНИПу, by Blood СНИПу 41, или к этому, к ГИНУ, 4108. Там дана, вот это приложение стоит из таких таблиц, где вот здесь значение ПСИ. ПСИ там нету, то есть точно они не учитывают с поворотом включения, только линейные. Для линейных вот стоит меньше, чем вот эта величина. Для чего это сделано? Я говорил с иностранцами. Это сделано для того, чтобы проектировщик, если он поставит вот эти значения, он получит слишком большое сопротивление сверхпередачи, по-нашему говоря. Слишком маленькое сопротивление сверхпередачи, слишком большое значение коэффициента сверхпередачи. Вот. И он не пройдет по их нормам даже на 1,2 уровня. Поэтому, чтобы он прошел, ему надо знать точное значение этого психика. А точное значение этого ПСИ – это стоит денег. Значит, можно заказать расчет, и это стоит денег. Вот сейчас технология пассивного дома, она построена именно на этом. Чтобы заказывали и считали эти значения по тем программам, которые там встроены. И, значит, вот у нас есть институт пассивного дома, вот это пропагандируют. То есть, ребята, считайте, по моим программам они платные. Вот и все, значит. Поэтому, значит, вот отличие от того, что у нас сделано, как вы видели, и что там, значит, сделано, таких таблиц они не смогли создать. Слишком большая работа, и слишком она, так сказать, ну, бескорыстная, что ли. Сейчас вообще положу микрофон. Вот. Дальше, значит. Вот. Теперь сопоставление натурных измерений с расчетными ПСП с данными кандидата технических наук Крашова Сергея Ивановича. Значит, он обследовал 8 с чем-то зданий и замерил приведение сопротивления передач. А за этих исследований он будет отдельно рассказывать. Я только возьму результат его исследований с его разрешения и проиллюстрирую возможности вот этого расчета, который у нас с ним заложен. Значит, здесь вот измеренные им значения. Всего там 8 с чем-то штук. Вот это проектные значения. То есть они брали дома, которые построили, строились по проекту и которые проходили экспертизу. И там заявлены вот эти значения сопротивления передач. Как известно, в Москве вышли на 3,5, просто сказали, что будет 3,5 сопротивления передач. И они, вот видите, около 3,5 все и есть. Это проектные значения. Вот это измеренные значения, и вот это расчет по СП. Вот та организация, где Сергей Иванович работает, они провели расчет по этой новой методике. Значит, если мы нанесем это на, вот сюда, координат, по оси абсцисс измеренные значения, по оси координат отложенные расчетные значения, рассчитанные значения. Вот это по проекту, а вот это по новому СП. По новому СП. Ну, если бы они совпали, то все бы легло на красную линию. Вот эти десятрисы. То есть все бы легло на красную линию. Так как они выше десятрис, то значит проектные значения превышают реально измеренные значения. То есть проект не соответствует тому, что они настроили. Он завышенный, улучшенный, короче. Вот. Вот это за расчеты по нашему снимку. Значит, вы видите, в ряде случаев это заниженные, в ряде случаев, в двух случаях, завышенные. Вот. Но в целом они гораздо ближе лежат к красной линии, чем вот эти значения. Но главное, они не превышают их. Что означает завышенные значения здесь? Вот тут. Это означает, что не хватит мощности системы отопления для поддержания нормальной температуры, комфортной температуры. Не хватит мощности системы отопления. Вот в этих домах, которые понастроили. Ну и действительно, вот как сказать, на бытовом уровне это подтверждается. И значит, этот другой расчет тоже сделал проектировщик, одна женщина, она взяла дом, который распроектирован, который эксплуатируется, и посчитал для него вот по новому СНИПу, вот по нашему СП, и вот так отразило. Здесь нагрузка при расчете сопротивления температуры передачи по старому СНИПу, здесь по новому. Получилось вот
уравнение корреляции здесь по-разному считалось примерно 1,4. То есть на 40% получается, что расчет по новому СНИПу, в общем-то, дает большую нагрузку, что ли. А если считать по старому СНИПу, то проектировали с недостатком. То есть проектировали так, что система отопления не могла справиться с компенсацией этих потерь. Вот. Нормирование расчета делит потребление энергии в отдельном здании. Значит, я немножко истории коснусь, потому что вызывает огромную критику, почему мы перешли к удельным характеристикам. Значит, если мы рассмотрим старый СНИП, это в точности таблицы из старого СНИПа 2003 года. Ну, во-первых, значит, Философ, автор старого СНИПа, он пришел к выводу, что надо нормировать вот таких величин. То есть он удельный потери теплоты разделил на градус сутки от ответного периода. Правильно сделал. Потому что у нас очень много различных зон на территории нашей страны, много зон, и чтобы их нормировать по-одинаковому, надо перейти к таким величинам на единицу градус сутки от ответного периода. Что он и сделал. Вот. Но здесь, значит, дано. Вот, смотрите, вот то, что квадратный столб, это на метр кубический. На метр кубический. Велодровли на метр кубический, градус Цельсия. То, что в круглых скобках, то, что на так, без скобок, это вот, например, это на метр квадратный. Та же величина, но на метр квадратный. Здесь на метр кубический, это на метр квадратный. Смотрите на эту таблицу. Везде на метр кубический, кроме первой строки. А первая строка и на метр кубический, и на метр квадратный. И что интересно, эти величины разные. То есть они не согласуются друг с другом. То есть на метр кубический не согласуется с величиной на метр квадратный. Если человек считает на метр кубический, то он получит один результат. На метр квадратный он получит другой результат. И вот этот элемент, например, части людей, которые теплотехниками являются, которые заполняли паспорта энергоэффективности, они использовали и проходили, значит, на метр кубический. Спокойно проходили, они оказались мягче, что ли, нормой чего-то, выгоднее считать, короче говоря. Высоту этажа можно уменьшить. Вот. То есть это выгоднее делать. Ну, я, например, приведу пример, вот сотрудники нашего института помнят, Цаден Дамдинов, он у нас аспирантуру заканчивал, и он в Улан-Удэ работает, и он допер своей головой, что вот надо на метр кубический считать. И считал на метр кубический. Вот. Мы, значит, что предложили? Мы предложили все перевести на метр кубический, килоджоуль на метр, на градус Цельсия и сутки. То есть все перевести на метр кубический, убрать на метр квадратный, потому что он не согласуется с величиной на метр кубический. Это разные величины. Вот. Численность не совпадает просто. Здесь вот ошибка. Вот. Ну и перешли на метр кубический. После этого встал вопрос, а сама вот эта единица, размерность, она вообще нормальная? Вот. Смотреть на нее. Там не пойми, что содержится. Поэтому мы, значит, это вот несогласованно, разная высота этажа. Поэтому мы просто вот эту величину килоджоуль на метр кубический градус Цельсия сутки, мы ее преобразовали, привели к системным единицам. Получилось, что это ватт на метр кубический градус Цельсия. Это и есть удельная характеристика. То есть эта величина, по сути, что она представляет собой? Значит, это удельная характеристика. Физическая величина численно равная количеству энергии, расходуемой на нагревание одного кубометра объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 градус Цельсия. Введена в 30-е годы Ермолаевым и Чаплиным. Это характеристика. То есть она давно известная, она используется, в общем-то, вообще-то говоря. И вот почему в СНИПе на нее не перешли, но просто вот не могли вот эту операцию простую сделать. Перейти от суток, секундов и так далее. Если перейти, то получим вот это. Поэтому мы ее в СНИПе, мы использовали вот эту величину. То есть сама идея Матросова, на которую он допер, значит, она правильная, надо делить на градус сутки отопительного периода. Но единица измерения должна быть системной и нормальной. А не... Что нет? Не должна. Ну, считайте так, что не должна. Но вообще это должна. Вот. Значит, мне даже делали замечание, что я вместо Кельвина градус Цельсия мы использую. Да нет, но это другой вопрос. Ну да. Ну вот, значит, таким образом, нормируемый в старом СНИПе величина является не удельным расходом энергии, а удельной характеристикой. Ее неправильно назвали, удельный расход энергии. Она не удельный расход энергии, а удельная характеристика. Вот. Поэтому, значит, таблица приобрела такой вот вид удельных расходов. Требование осталось прежним. Расчетная величина, это
неудельной характеристики меньше равна требуемой величине, требуемой здесь зависит. Значит, это иллюстрации для жилых зданий. Значит, удельная характеристика потребления энергии, значит, еще раз, величина относительно равная, ну и так далее, определение. А удельное потребление энергии – это вот такое, джоульный метр квадратный год. Год. Забываете, кстати, про год. А здесь не забудьте ватт на секунду. Вот. А здесь не забудьте год. Вот. Ну и таким образом, значит, расчетная должна быть меньше требуемой, а расчетная складывается, является линейной комбинацией. Теплопотери, расчетная, удельная характеристика теплопотерь через ограждающие конструкции, через оболочку, плюс удельная характеристика вентиляционных и инфильтрационных теплопотерь, минус, значит, удельные характеристики бытовых тепловыделений и радиационных тепловыделений от Солнца. Это с минусом. И плюс некоторые коэффициенты, которые взяли, это отопительные, отопленческие коэффициенты. И сомнительно вообще их использование в данном расчете. Ну, например, добавка на угол, на то, что есть угол, она используется при расчете нагрузки системы отопления, добавка, она используется для помещения, а здесь она используется для здания. Она же умножается, то есть это неправильно просто взято. Эти части этих коэффициентов, они были еще чуть ли не в 19 веке, введены, а часть уже, конечно, новые разработки. И это все надо пересматривать. Потому что неизвестно, что они выдают. Вот. И из удельной характеристики можно получить удельный расход. Умножаем на град сутки отопительного периода, и мы получим, значит, киловатт-час на метр кубический год. Если мы еще умножим на высоту здания, то мы получим киловатт-час на метр квадратный год. Вот. То есть легко получить расчет. Нормируется величина удельная характеристика, и тут же там в этом приложении Г даются расчетные формулы для перехода на это самое. Они очень простые и так далее. Хочу здесь, кстати, сказать, что мы спокойно используем раз в сутки отопительного периода, сравниваем с зарубежными по расходам и так далее. А за рубежом град в сутки отопительного периода другие. Другие. В каждой стране, причем свои. Вот, например, в Китае градус сутки отопительного периода внутренняя температура 18 градусов, а средняя температура отопительного периода, или как там, ну, верхняя температура отопительного периода, с которой начинается отопление, 5 градусов. У нас 20,8, а у них 18,5. И средний по Европе, в среднем по Европе, у них, значит, аналогичная величина 17-13 градусов. То есть мы не можем сравниваться по этой величине с Европой, потому что другие градусы сутки. И надо еще разбираться, где они больше, где меньше. И как их считать. Алгоритм расчета другой. То есть вот, очень аккуратно надо подходить к сравнению с Европой. Вот. Ну, здесь приведены вот эти, как они называются, эти удельные характеристики. И методы их расчета. Методы их расчета. Хочу сказать, что бытовая. Вот. Так, удельные характеристики бытовых теплоотделений здания. И радиационных, солнечной радиации. Хочу сказать, что вот насчет вот этой величины здесь даны интенсивности солнечной радиации и даны коэффициенты пропускания солнечной радиации, которые давно пересматривались, их Юрий Андреевич дал, как он сказал, еще давно в старых снипах. Вот. Они нуждаются, конечно, в пересмотре, потому что сейчас окна другие, с покрытиями, и коэффициент пропускания солнечной радиации другой. Кроме того, в этом расчете не учтено, что здание-то находится в условиях плотной городской застройки у нас в основном. А оно написано, это уравнение, оно написано для одиноко стоящего здания. То есть ни затенение окон, ничего не учитывается. Поэтому, в принципе, эту методику надо как-то пересматривать потихоньку, пока вот мы ее не пересматриваем. Тут же я хочу остановиться на отобрезанной таблице, которая находится в приложении, по-моему, КАП. Здесь даны характеристики окон. Но характеристики какие? Здесь даны сопротивление теплопередачи стеклопакета. Так вот, значит, у нас нормируются окна по таблице, зависящей от СОП. А используется та таблица для того, чтобы надо выбрать окно с определением передачи занормированным
и заложить его в расчет нагрузки на систему отопления при температуре наиболее холодной пятидневки. Для Москвы это минус 28. Поэтому те значения должны соответствовать не КСО, а должны соответствовать минус 28, то есть пятидневки. И именно так их и испытывают. На основании сертификатов их испытывают при температуре наиболее холодной пятидневки. Однако в расчет вот, потребления энергии закладываются значения, которые работают как бы при средней температуре отопительного периода. Поэтому окна должны как-то учитываться или нормироваться два раза. И оба раза по-разному. И вот у нас в приложении К дана таблица со значениями сопротивления теплопередачи теплопакетов, соответствующих примерно средним температурам отопительного периода. В Европе это принимается равно 5 градусов, но у нас около этого. Градус 3, вот так вот пока. И она нуждается, конечно, в таблице в совершенствовании. Но хочу заострить внимание, что таблиц для окон 2. Две таблицы. В одном случае одна должна использоваться, в другом другая. И этот вопрос не решен. Ни нормирование не решено, ни расчет по утилизации теплопакета. Вот. Ну, здесь еще раз про трассу по энергии. Вот. Пример для 12-этажного дома требуемая величина удельной характеристики потребления тепловой энергии примерно тепловой энергии равна 0,290 Вт на метр кубический градус Цельсия. В Москве градус сутки отопительного периода 4943, я по старому математическому сколько говорю. И мы получим, что Q равно 34,4 кВт на метр кубический, а на метр квадратный при высоте этажа 3 метра получим 103 кВт. Часов на метр квадратный в год. В Якутске градус сутки отопительного периода 10 тысяч, и мы получим при той же нормативной величине удельной характеристики, при той же 0,290, мы получим, что потребление энергии будет 70 кВт-часов на метр кубический, и потребление на метр квадратный 210 кВт-часов на метр квадратный в год. Вот. Часто забывают и сравнивают, вот когда сравнивают с Европой, например, просто забывают, что климатические условия разные, их не учитывают и сравнивают напрямую. А потом махают, что там, значит, потребляют намного меньше, чем у нас. Вот. Значит, классы энергосбережения зданий в актуализированной редакции вот этого снимка, ГСП. Дело в том, что мы не могли использовать классы энергетической эффективности. Потому что понятие энергетической эффективности юридически у нас не определено. На что нам ткнули буквально в Министерстве энергетики, когда утверждали этот СНИП, они отказались его визировать. Потому что они сказали, энергетическая эффективность – это наш прерогатива Министерства энергетики. И, значит, в общем, значит, вы не имеете права его использовать, используйте другой термин. Мы использовали, значит, класс энергосбережения, чтобы вступить не встать, чтобы была возможность, значит, вот проходить экспертизу и так далее, паспорт энергосбережения. Вот. В Америке аналогичная таблица, она называется классы потребления энергии. Как мне говорили, человек, работающий в Америке. Классы потребления энергии. Не энергоэффективность, ничего. Тем не менее, вот сейчас этот термин энергоэффективность, он прочно вошел в оборот у нас в стране, прежде всего. И люди говорят, не задумываясь, что это такое. А что такое энергоэффективное здание вообще? Ведь определения нет. И вообще об энергоэффективности это пришло от добычи нефти. И там очень просто определяется. Это отношение энергии, значит, получаемой к энергии затраченной на это получение. Именно такое определение и дано, значит, в законе 261. Именно такое определение. Никто этим не занимается и замотали это дело и неправильно использовали это название. Короче, мы тут просто не смогли пройти Министерство энергетики. Поэтому использовали классное напряжение. Дальше мы их измельчили для того, чтобы, как нам сказали тогдашние сотрудники министерства, для того, чтобы проще было регулировать. Когда мелкий шаг потребления энергии, то это проще регулировать. Премии можно давать, еще что-то. А там, когда было сразу на 40%, никто на 40% ничего никогда не повысит. Ремонт зданий в Москве выполненный, как говорил Юрий Витальевич, как его, Росляк. В среднем на 17% снизил потребление энергии. Вот, а деньги большие вложены были. Вот, а на 40% никогда никто ничего не сделает. Не надо мнить себя на каким-то суперменом, что сразу все вопросы решит. Вот. Значит, какова точность расчетов вот этих выделенного расхода энергии на отопление вентиляции здания?
По данным Васильева, который больше всех этим занимается, значит, он, в общем-то, вот, если нормированная величина 95 кВт на метр квадратный за отопительный сезон, в реальности потребляет 150 кВт и более. Это его статья в журнале «Энергосбережение». У него много на это сейчас высказываний было, и все, на что он это дело делает. Так вот, огромное превышение, чуть не в два раза. Значит, почему так? Это потому что методика эта, она абсолютно неточная. И она не предназначена была для того, чтобы ее экспериментально проверяли там или что-то. Это сравнительная методика, но ее экспериментально проверяют. А раз экспериментально проверяют, обратите внимание на точность этой методики. Она никакая. Вот эти величины и эти коэффициенты взяты из большой и неопределенной погрешности. Ну, вентиляционных характеристик. Сколько зданий теряет вентиляции? Сколько окна открывает? Ну, например. Что тут измерять? Вот. И так далее. Это просто большая неопределенная погрешность, поступление солнечной радиации и так далее. Поэтому целесообразно, что осталось, то и нормировать. А осталось теплопотери через теплозащитную характеристику заканчивать. Вот. Нормирование делится теплозащитной характеристики, она выводится просто вот так аналитически, просто если мы суммируем все потери через оболочку здания, то мы получим, что эти теплопотери пропорциональны произведению коэффициента компактности на общий коэффициент теплопередачи здания. И вот их произведение называется удельной теплозащитной характеристикой. Она изонормирована в СНИПе. Она изонормирована в СНИПе у нас, в этом ВСП. И в качестве нормативной кривой всегда вот такая, она построена для модельного ряда зданий. Впервые это было опубликовано в журнале «Обок» в 2010 году. И кривая, по-моему, сам принцип этого норматива. Если здание попадает ниже вот этой кривой, красный, но это здание удовлетворяет требования. Если выше, то не удовлетворяет. Хочу сказать, что зелененькая веточка – это нормы советские по энергосбережению 1939 года. То есть в 1939 году эта характеристика уже нормировалась, и она вот была, и она вот на зеленом тут вот, значит, видели, как объем небольшой. Они, правда, были, ну как, рекомендательные нормы, не обязательные. Но тем не менее, в 1939 году в Советском Союзе вопросы энергосбережения решались. Вот, и я не понимаю вообще, зачем смотреть назад в этом деле. Там ничего такого, в общем-то, ну, что-то есть полезное, надо брать. Но молиться на них не надо, это, в общем-то, вредно для нашей промышленности. Вот. Ну и вот таблица требуемых значений для удельной теплозащитной характеристики, она есть. Хочу сравнить с зарубежными нормами. Удельные теплозащитные характеристики не нормируются ни в одной стране мира. В некоторых странах нормируется коэффициент компактности. Вот здесь коэффициент компактности в китайских нормах. В зависимости от этажности здания, в зонах с суровыми условиями вот эти коэффициенты компактности, в зонах с холодными условиями они уже больше, мягче, так сказать, нормированы. И сравнение от зоны с переходными условиями, они еще больше. Значит, сравнение с нашими нормами показывает, что у нас они немножко выше. С чем это связано? С тем, что в китайских нормах при вычислении коэффициента компактности не учитываются первый этаж и теплопотери через чердак, через подвал. Просто не учитываются. И они пренебрегают этим, поскольку не имеет практического значения. А на коэффициент компактности эти величины сказываются. Поэтому, значит, значит, типичная китайская застройка в районе Шанхая. Обратите внимание на форму зданий. Здесь есть затеняющие элементы. То есть вот солнце светит оттуда, и вот этот элемент затеняет этот фасад. Это борьба с перегревом. То есть они вот, у них есть меры, кроме теплозащиты, вот, например, в таких районах, как Шанхай, там переходная зона, там, значит, есть еще и борьба с перегревом архитектурная. Она у них заложена в норме. Я сейчас этот вопрос не рассматриваю, просто попутно коснусь. Поэтому там разрешается увеличение коэффициента компактности. Таким образом, два пути снижения удельных теплопотерь через оболочку здания. Один путь – это упрощение формы здания, снижение коэффициента компактности. Другой путь – повышение усиления теплопередач, то есть толщины утеплить и увеличение технической неоднородности. Здесь я только один слайд рассказываю, значит, сравнение вот этих зданий по коэффициенту теплозащитной характеристики. Значит, выяснилось, что вот это здание через оболочку теряет в три раза больше, чем вот такое здание 12-этажные, 4-подъездные. То есть вот, чем меньше характеристика, тем лучше, тем более экономные здания. Таким образом, вот малоэтажный коттедж, у него, значит, получается
большие теплопотери через оболочку здания, естественно, именно их-то и надо утеплять, малоэтажное строительство, надо утеплять, и поэтому вот в Дании, там где-то там строят малоэтажные, поэтому там повышенное сопротивление теплопередач. Наш СНИП не распространяется на малый этаж, на односемейные здания. Поэтому это решается в другом месте. Есть СНИП по, значит, на малый этаж, вот как он там называется, вот Александр точно знает лучше. Вот, вот туда и там и меняется. Вот, здесь у нас в основном своя величина, мы ее просто не нормируем. Вот. Но мы можем этот вопрос рассмотреть. Можем рассмотреть. И выкатить вам такие требования, что вы ее. Хочу также сказать, что вот, я заканчиваю. Вадим Кирович, вы из регламента. Все равно надо сказать. Неважно. Вот, например, Козейкин известный, который выступает против СНИПа. Но он работает в компании, которая строит дома из ячеек бетонных блоков, облицованных кирпичом. Он почему против себя выступает? Вот просто идиотизм полный. Можешь никак не скажешь. Но, значит, перспектива развития с ним, значит, надо быть, намечен у нас в институте изменение в этот СНИП на 2017 год. Значит, что бы мы хотели учесть при внесении изменений? Учесть опыт практического применения и сравнительно использования СП. Значит, мы получаем данные о практическом использовании с периферии. Мы ничего не получаем из Москвы. Такое впечатление, что в Москве не пользуются и его зажимают. Мы не получаем никаких данных о том, что в Москве творится. И как тут работает экспертиза. Вот. Значит, дальше. Учесть результаты натурных испытаний ГБУ ЦАИС. Обязательно. То, что Сергей Иванович меряет. Учесть замечания проектировщиков, очень ценно. Тоже периферийных проектировщиков мы получаем, в Москве мы не получаем, как черная дыра. Вот. Дальше, значит, уточнение формулировок в части требований СП. В пятом разделе надо формулировки уточнить, чтобы было все лучше. Мы согласны работать в этом направлении со всеми. Переработка требований методики расчета расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, корректировка коэффициентов, гармонизация с европейскими методами, корректировка учета теплопоступления от солнечной радиации. Я коснулся доклада. Переработка раздела 8 «Защита от переувлажнения». Предполагается изменить формулировки, сам метод расчета детализировать с выделением различных вариантов конструкции, что позволит существенно упростить и сократить работу проектировщика. Повысить точность расчета. Корректировка опирается на проводимый НИОКР. Мы ведем такой НИОКР и надеемся, что мы его доведем и внесем корректировку раздела 8. Расширение приложения К. Расчет приведен на сопротивление теплопередач прозрачных ограждающих конструкций. Уточнение, во-первых, для выпускаемых пакетов. По данным производителя, работающих у нас, это приложение К для расчета потребления энергии. Но что делать с нормированием на пятидневку, мы не знаем. Если, значит, будут предложения, мы готовы их рассмотреть, но вот по опыту работы над СНИПом никаких предложений от окончиков не поступило. Просто никто не занимается нормальными исследованиями того, что это вопрос. Вот. Не знаю. Вы закончили? Закончил. Возможно, точнее, что методического расчета не регламент. Ну ладно, знаю. Ну что, регламент? Вы о других докладчиков подумайте. Все они ловятся. Расширили частичный предположение со прошлых материалов. Я поняла, что вы не слушатели. Володь, минуточку. Я поняла, что слушатели не возражают, что Владимир Геннадьевич еще не ограничен. Я уже закончил, они.